Всем привет! Вы на канале 4 лапы. Сегодня вы узнаете о мануле или же коте Паласа. Манул – это хищное млекопитающее среди кошачьих. Это животное размером с домашнюю кошку. Длина его тела от 52 до 65 сантиметров, а вес от 2 до 5 килограмм. Отличается он от обычной кошки своим массивным телом, короткими лапами и очень густой шерстью. Живет манул там, где есть низкая температура зимой и есть слой снега. Активен он в сумерках и ранним утром, а днем спит в своей пещере. Окрас смешанный, серый и коричневый, помогает маскироваться, и вид, как будто он приплюшен снегом. Охотится на таких грызунов, как мышей, изредка на зайцев, сусликов и тому подобное. Размножаются они раз в год. В помете от 2 до 6 котят, реже и больше. Когда они рождаются, то у них заметна темная пятнистость. И напоследок интересный факт. Нулам посвящена серия 12 марок почты Таджикистана. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!